работа у нас. И я сейчас еду мыть машину домой, потому что машина в отвратительном состоянии. Я ее, по-моему, мыла, господи, месяца два назад, если не больше. Потому что эта дурацкая погода мне просто не дает помыть машину. Вот. Но сегодня решила все-таки помыть, потому что уже мне стыдно просто ездить. Вот такие вот дела. Сегодня у нас у меня у братика день рождения было на этой неделе, и сегодня они будут его отмечать. Ну, точнее, они уже его отмечают, у нас дома куча гостей. Вот, а я сбежала и еду мыть машину. Так что такие вот дела. Так что поехали со мной. Я приехала на мойку, сижу, жду очереди своей. Вот, поэтому, в общем, сижу, жду, пока время пройдет. Какие, смотрите, у меня грязные окна. Мы сейчас приехали с моим братом поужинать в одно место. Оставили машину, там теперь идем. Было так мало мест на парковке, поэтому мы решили туда не ехать и оставить машину чуть подальше. Поэтому сейчас идем пешком по холоду на камере, точнее на айфоне. Смотри, кажется, что светло. Ага. На самом деле темно. Достаточно темно. Поэтому мы идем ужинать. Мы уже пришли в место. Смотрите, как здесь красиво. В общем, нам принесли уже салатик. Кстати, я здесь его уже пробовала, он очень вкусный. Сейчас будем кушать его. И принесли булочки. Нам принесли вот такие бургеры, они из говядины. Вот, поэтому мы сейчас будем кушать. И принесли роллы. Чиз Эбби. Горячие роллы, мы сказали 4 штучки. Вот, салатик мы уже почти съели. Так что всем приятного аппетита, кто кушает. Заключи. Мы уже покушали. Идем. Наверное, на меня так смотрят. Просто я уже записываю это видео, наверное, раза три. Потому что у меня что-то не получается включить камеру. Мы идем уже домой, мы покушали. У меня красный нос, потому что на улице дико холодно. Просто отвратительно холодно. И наша машина стоит очень далеко, как я сказала. Мы припарканулись вообще в другом месте. Там едет машина. Вот, поэтому идем машине к нашей. Сейчас, кстати, приеду домой, буду читать книжку. Я уже начала читать «Цветы для Элджерона» Даниэла Киза. Пока что мне нравится. Кстати, она меня больше впечатляет, чем история про Билли Миллигана. Вот. Она какая-то более интересная. Поэтому сегодня дома буду читать книжку и смотреть «Голос дети». Я подсела на «Голос дети», именно украинская версия. Вот, у меня даже уже там есть свои любимчики. Поэтому все, мы поехали домой. Итак, я вышла только что с душа и решила себе сделать маску тканевую. Это у нас The Face Shop. Серия называется Real Nature, маска с календулой. Я уже делала такую маску с зеленым чаем, очень классная, вообще суперская маска. И вот сейчас решила попробовать с календулой. У меня этих масок очень много, поэтому я решила, что потихоньку буду пробовать все. И я тут лежу, читаю. Начала я сегодня читать, как я уже вам говорила, Даниэла Киза «Цветы для Элджерона». Я совсем чуть прочитала, сейчас скажу, на какой страничке я. На 28-й. В общем, эта книга вся состоит из типа как бы дневник от первого лица. Все пишется от первого лица. Ну, по крайней мере, в начале так. Поэтому сейчас я буду читать хотя бы еще страничек. Ну, где-то 20 прочесть. И все, потом не знаю, надо что-нибудь будет поделать. Да, сегодня суббота, и я сижу дома.